Всем привет! Прошлый анпакинг вам вроде понравился, поэтому мы продолжаем. И сегодня мы распаковываем наши новогодние подарки. С Новым годом! Блин, это то, что я хотела! Спасибо тебе! Да ладно, ладно. Опа-на. Так. Так. Тарелка. Я ее сделала сама. Ходила специально на курсы и нарисовала. Смотрите, как похоже на Женю. Так вот, Жень. Все, что ли? Реально? На Новый год тарелка? А что ты ржешь? Не, ну это же типа прикол, нет? В смысле? Тебе не нравится подарок мой? То есть тебе ноутбук, нет тарелка? Ну да, что? Окей, окей. Нет, тебе не нравится, что ли? Или что, не помню? Да мне нравится, охуенная тарелка, блядь. Это самая лучшая, охуенная тарелка, блядь, в моей жизни. А что ты злишься-то? Да никто не злится, блядь. Что за тарелка, нахуй мне эта тарелка? Ты что скоблишь, да? Да никто не скоблит! Какая нахер тарелка? Я тебе ноутбук подарил, ты мне какую-то тарелку обоссанную. Почему обоссанную? Да... Ты что, разбил тарелку? Блядь, дерьмо не разбивается, вот она, целёхонька. Спасибо за ноутбук, больше мне от тебя ничего не надо. С Новым годом. С Новым годом.